Первые теплые дни – это время, когда из-под снега пробиваются не только первая травка и цветочки, но и первые ямы в асфальте. Дороги зимой подвергаются особенной агрессивной атаке, ведь резкие перепады температуры – один из врагов асфальтобетонного покрытия. Плюс шипы на колесах играют свою роль. Что происходит за зиму с асфальтовым покрытием – главный вопрос не только для автолюбителей, но и для городских властей, которые в ходе традиционного весеннего объезда выявляют все болевые точки городских дорог. Сейчас, конечно, основные два проблемных места – это наша улица Топкинская и улица 10 лет Октября со стороны въезда в Новосибирск. Ну, плюс еще отдельные дороги также требуют внимания. Это проспект Кольчугинский и улица Пирогова. Там мы частично ремонт выполним. У нас проект готов, мы пытаемся попасть в областную программу. В планах на этот дорожный сезон – улица Спостанция, восстановление дорожного полотна после ремонта коллектора. Улица Васильева и Пирогова, Юргинская и проспект Кольчугинский. Ремонт проезда между ФОКом и Ледовым дворцом. Дорожная техника также будет работать на улицах Белинского, Мусохранова, 10 лет Октября и Садовой, Шилина, Мересьева и Магаданы. В полном объеме от улицы Шакурина до проспекта Текстильщиков отремонтируют улицу Топкинскую. Обращаюсь к жителям, чтобы все-таки понять эту ситуацию и выбирать другие маршруты следования. Повторюсь, погода, как только будет позволять, мы сразу приступим к ремонтным работам. Ну, я думаю, что к середине лета мы все дороги отремонтируем. Ну, а пока экспресс-ремонт идет на улицах, где передвигается общественный транспорт. Всего же в этом году городские власти планируют отремонтировать порядка 40 тысяч квадратных метров дорог. Галина Елена, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.